Всем привет! Меня зовут Юки, а это моя хозяйка Валя. С утра она готовит мне самые вкусные сырники. С любовью. Ну а после вкуснейшего завтрака мы обычно смотрим мультики. А еще у нас с Валей свой собственный бенд. Я играю на пианино, а она распевается. Но потом появился он. И все резко изменилось. Мультики перестали приносить удовольствие. Да и Валя перестала готовить мне самые вкусные завтраки. А я так скучаю по тем дням, когда мы были счастливы. Она даже перестала отвечать мне на СМС. Я даже притворился, что я болен, но она не замечала меня из-за своего кринжового кожаного. Но потом мне пришла гениальная идея. Какая, спросите вы меня? Вы сейчас все увидите. Мой гениальный план сработал. Валя теперь моя. 1-0 в пользу Юки, кожаный. За свою любовь нужно бороться, даже если у вас лапки. Мр-мяу!